Перед нами активный 15-дюймовый сабвуфер, аудиору, встроенный усилительный модуль. Расскажу подробнее. Модуль двухканальный, также имеется возможность подключения сигнала от пульта и регулировка уровня. Встроенный DSP-процессор при помощи DIP-переключателей позволяет использовать заводские пресеты, и мы задумали в этом сабвуфере их так. 40 Гц-90, второй пресет 45-120 Гц и третий пресет 45-150 Гц. Также есть пресеты для работы этого сабвуфера в паре с сателлитом. К примеру, на 8-дюймовом динамике, на 12-ке и даже на 12-дюймовом мониторе коаксиального типа X12AM.